одно предложение хочу сказать. Нужно понимать, ценность и бесценность выходцев из Средней Азии для России огромна. Возможно, вы это не понимаете. В Европе, те, кто жил в Европе, подолгу знают, улыбаются, но при этом в душе вам не улыбаются. В России мы мало улыбаемся. Я сам вырос, родился в Москве, и ну, у нас такой немножко холодный менталитет. Но Средняя Азия, вот эта вот душевность, гостеприимство, улыбка, доброта. Это то, чего нам в значительной степени в России не хватает. Где-то так замерзающей зимой России. Поэтому, несмотря на тиренные миграционные всякие напряги, выходец из Средней Азии должен понимать, что он несет вот это тепло Средней Азии в нашу холодную Россию, и Россия от этого становится еще лучше. У вас большая миссия. Пожалуйста, ни на кого не обижайтесь.